Приветствую вас на канале разборов обзоров телепередач, который называется «Телеклуб Оксаны Гетман». И сейчас я вам расскажу, что ночью в следующей серии проекта «От пацанки до панянки» на новом канале. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за кого вы болеете, кто ваша фаворитка. А следующая серия пройдет под девизом «Избавляемся от зависимостей». Как от зависимостей от веществ, так и от зависимостей от людей. И, конечно же, в таком реабилитационном выпуске нельзя будет пропустить работу с психологом. На тренинге Юля расскажет о том, как она пережила насилие, как отец подруги, когда ей было 9 лет, пригласил ее: «Давай расслабимся». Это будет очень грустная и поучительная история. Также, а впрочем, как и всегда, у девочек образуется конфликт. Битва за территорию. Одна из пацанок ляжет на кровать другой пацанки. И будет огромное выселение, большая драка. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!